Здравствуйте, это Клондайк, Клондайк на Андроиде. Я предлагаю вместе немножечко поиграть. Включила запись, потому что верю, надеюсь и жду. Вот прямо сейчас, вот буквально через минутку будет новый левел. Естественно, хочу вам показать, скажем так, что за него дают. Так, тут у нас вообще пока ни о чем. Есть. Поехали. Так, 12 тысяч подходит. И это походу все. Недостающая сумма до нового уровня. Ура, ура, ура. Ну, давайте рассмотрим подробнее. Дают, ну, такое. 5050. И все на этом. А я думала, там еще лево, право, вверх, вниз. Ничего подобного. Ну, это, конечно, здорово. Но хотелось бы больше. Хотелось бы. Ну, ладно. Хотеть не вредно, вредно не хотеть. А мы сейчас с вами, после того, как мы набрали, как говорится, себе подарочков, отправимся на новый остров, который мы с вами уже начинали вместе расчищать. Скажем так, готовы продолжить. Побежали? Побежали. Потому что расти будет все время. Мы так можем сидеть на одном месте и никуда не идти. Итак, у нас новый временный остров в самом разгаре. И вот мы на этом острове. Обратите внимание, вот такая вот у нас повозка. Я так обрадовалась. Отдает-то она всего 5 энергии и всего 3 раза. И потом наем там все. Так, 4. В принципе, открыто у меня уже так много. Ну, вот эти что делают крючки, у меня пока только 2. Ну, до остальных еще не добралась. Еще вот есть вот эти коробки. Я так понимаю, их тоже нужно все открыть. Походу, это одна. Тихо, потом будем поздравлять. Давайте уже дооткрываем, что ли. Вот. И нам дали на 15 минут. Ну, энергии у нас, скажем так, не очень. Конечно, им спасибо. Так, я, знаете как, я, наверное, вот где-то стану. Я даже не знаю, на что мне обратить свое внимание. И то хочется, и то хочется. А время-то идет. Давайте вот тут. Где там мой помощник? Пусть помогает. В общем, с дядькой попрощались. Он там где-то что-то выбил. Но вопрос, где и что? Вообще не в тему, как всегда. Ну, до общего количества что-то выбивал, скажем так. Чисто вот. Ну, надо же как-то его похвалить. Ну, вот так тебе похвалим. Так, еще надо вот эту убрать, а на эту уже не хватает. Ай-яй-яй-яй-яй. А когда будет 1-1,5 минуты? Так, белые кораблики уже готовы. Кстати, что у нас тут? Нам дали подарок. Надо пойти и где-нибудь чего-нибудь организовать. Вот тут, смотрите, батут остался только один. Да потом меняться. Вот тут он. Мы как раз до него уже, ну, почти дошли. Так, пойду гляну. Может, там где-то одна энергия и появится. Ой, надо было заехать сначала к нам на остров, высадить одну штучку для повышения репутации. Ну, как-то не догадалась. Кто-то где-то как-то, ну, совсем чуть-чуть позолотел. Ну, там эти пару конфет, конечно, погоды не построят. Ну, ничего не поделаешь. Так, что-нибудь садим. Сейчас побежим обратно. 14. Так, вот это берем. А это когда? 9 минут. 9 минут нам не подходит. Прям совсем не подходит. Тихо. Птица. Ага. Спасибо вам. Такие искренние подарки, которые я могу купить. Но как-то мы обойдемся. Вот чтобы сказали, можно больше коров. Ну, это бы мне больше впечатлило. А они мне предлагают покупать птицу платную. Ого, свинья 28. Не-не-не-не-не. У нас корма заканчивается. Надо поставить будет сейчас для коровок. У нас только корма,
передать не могу, все съели. Так. Смотрим и бежим, потому что 6 минут. Ой, есть 33 шоколадки. Раз, два. Просто пользуемся моментом, пока хоть немножко экономия. Я понимаю, что они сейчас закончатся и все такое прочее, но... Да не надо вам меня в лед предлагать. Все. 174. Так, еще две животных. Три. О, как. Да потом. А что дают, кстати? А, яблочки это питательно. Ну, на яблочки у меня сейчас пока месяц. Лимит. Все, побежали. Яйца, яйца. Это яйца, яйца. Белок. Так, прилетели, прибежали. Есть. Вот это наш подарок. Вот это наша. Кстати, это вот эти что же надо было, походу, найти? Мне так казалось, по крайней мере. А вот еще. Стоп. Ну вот чего вы там предлагаете сразу все? Нам нужна конкретика. Чуть-чуть, понемножку. Так. Все? Нет? Ага. Ну ладно, мы пойдем искать еще. Есть. Походу, это все. Кто молодец? Моя мадама молодец. Она еще сделала хоть немножечко задание. Так. А за 400 чего? 10 изумрудов. Хотим, хотим, хотим. Так, надуть. Надуть. И еще чего-нибудь. Так, это отвлекает своими обменами. Теперь смотрим, чего бы у нас еще, ну прям совсем. Нет, это не прям совсем. Ищем то, что прям совсем. Да, мне надо ведра с песком. Очень. Кстати, вот тут вот надо убрать, потому что я тут вижу подарочек. Ой, какие жадные. Я же его вижу. Отдавать не хотят. Вот он. Ну, он оказался скромнее, чем я хотела. Так, ладно. Еще раз. Эпс. А подарки такие. Еще тоже сюда. Ладно. Вот я растерялась, а куда бы нам пойти. Ладно, давайте так. Два в одном. Я понимаю, что камень, что не камень, все равно надо пройти. Ну, мы что пройдем. И ведро заберем. И подарочек. Все. Ой, какие мы молодцы. Мы нашли еще из чего что-нибудь можно сделать. Сделаем или нет, это уже другой вопрос. Можно. А, опять три раза по пять. Это скромно. Ой, зато смотрите, как хорошо сразу открылось. Давайте еще что-нибудь откроем. Давайте не будем на этом останавливаться. А, у меня 10 энергии. Мы уже на этом точно останавливаемся. Временно. Что вот это за строение? Ага, это надо убирать. А это что? Ой, какая-то наковальня. Угу. Ну, до нее еще надо добраться. Скажу я вам, а песка много. Толку мало. 14. Что это за дамочка такая отдыхающая? Ага, ей надо. О, я еще нашла подарок. А что этой даме надо? Тоже. Да что ж вы все такие жадные? А вот это? Это подарочек. Так, берем еще песок. А еще на один нам уже не хватает. Очень-очень жаль. Но ехать туда-сюда уже нету смысла, потому что энергия сказала до свидания. Так, 13, тихо. А мне надо 14. Минута 20. О, не поверите. Еще одна. Так, я смогу стадию пройти? Ай! Ну, прям одно ведерко.
Оно все такое большое. Прям не для нас. Зато крючков насобирала. Вот 8. Ну и на этом будет точно все, потому что вот 11 секунд. Так, с батутами хотя бы разобрались и уже радуют. Где еще чуть-чуть? Песка только половина. Да я знаю, что нам сюда. О, вот еще подарочек. Главное все подарочки пособирать. Меняться будем потом. Кстати, после того, как я купила это красивое здание, думала, что рабочих уже хватит. Ничего подобного. Мне опять их не хватает. И я решила построить еще одни квартиры. Ну, чтоб наверняка, чтобы точно хватило. Так что тут предел мечтаний не достигнут. Так, вот эти по 5 совершаются. Пока бегала туда-сюда, забыла, что хотела, называется. Так, ладно. Это сюда. Тут какой-то чемоданчик, кстати, стоит. Хороший, нет? Ага, 25. Открывай. Ладно, обмениваться будем потом. Первый пошел. Я вижу. Господи. Ой, конек-горбунок. Так, вторая где? Тоже увидит. Всевидящее око. 27. Ой, сейчас заканчивается энергия. 10. Ну, остальное подождет. Кстати, у нас тут рейтинг. Я была сначала на первом, потом меня скинули на второе. Теперь я опять на первом. И у меня уже 29. Сейчас еще одну сниму и смогу 10 раз рыбку половить. Но это будет совсем другая история. Видео я заканчиваю. Всем пока.